В Центральной избирательной комиссии республики журналистам рассказали о возможности проведения дистанционного электронного голосования 19 сентября. Такой формат в Северной Осетии еще не применяли. Для участия в нем нужна регистрация на едином портале госуслуг. В ЦИКе республики уже провели соответствующую работу, чтобы выяснить возможное применение такого формата голосования на территории региона. В мероприятиях приняли участие представители органов госвласти, операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. Однако регионы, которые будут участвовать в таком формате голосования, станут известны только после изучения результатов общероссийской тренировки по проведению дистанционного электронного голосования. Ее проведут в период с апреля по май этого года. По информации, предоставленной Управлением Республики по информационным технологиям и связи, общее количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, составляет чуть более 50% от общей численности населения республики. По сведениям интернет-провайдеров и операторов сотовой связи, доступность и качество сети интернет позволяет полноценно использовать ресурс портала госуслуг. По данным отдела государственной статистики республики, доля активных пользователей сети интернет от 18 лет составляет около 84%. Таким образом, по совокупности имеющихся сведений, можно полагать, что проведение дистанционного электронного голосования на территории республики возможно.